Скажите, доктор Фримен, если сможете, вы так много разрушили. Создали ли вы хоть что-нибудь? Можете назвать хоть одну вещь? Я так и думал. Смотри, гравипушка. Песик, отдай ее Гордону. Смотри-ка, Гордон, пес тебе тоже рад. Уж я-то вижу. А теперь, пес, подключи монитор. Свяжемся с папой. Он до смерти извелся. Он был уверен, что я тебя не найду. Алекс, ответь! Это отец. Папа? Папа? Ты меня слышишь? Алекс! Алекс, ответь! Секунду, сплошные помехи. Ну-ка, пес, помоги мне. Так, чуть-чуть вправо. Четкий сигнал. Есть. Папа? Алекс, где ты? Скажи, что ты успела покинуть город. Ну, не совсем. Что? Пап, главное, мы нашли его. Ты нашла Гордона? Невероятно. Послушайте, вам нужно выбираться из города. Цитадель вот-вот взлетит на воздух. Взлетит, в этом нет сомнений. Наши датчики показывают стремительное нарастание темной энергии. Вся материя в непосредственной близости от вспышки подвергнется энергетическому воздействию, последствия которого я не берусь предугадать. Он наносит невообразимый ущерб. Клайнер, замолчи! Папа! Боже мой, Лай, прости, конечно, но зачем так переживать? Алекс давно вне опасности. А, вообще-то мы все еще в цитадели. Господи, боже мой, но время на исходе. Ядро готово взорваться. Вы не успеете покинуть опасную зону, если только... Позвольте. Да, можно замедлить реакцию ядра изнутри. Нам надо... Войти внутрь? Да, внутрь ядра. Даже не думай об этом, Алекс, это слишком опасно. Уровень радиации внутри зашкаливает. У тебя есть костюм. Если мы придумаем, как попасть в цитадель, мы Алекс, сможем... Алекс, нет! Но папа! Айзек, образумь ее! Мне жаль, Лай, но другого способа нет. Кроме того, мы сумеем спасти жителей. Мы справимся, папочка. Конечно, Алекс, конечно. Только пообещай... Пообещай, что ты не станешь рисковать жизнью без необходимости. Обещаю. Я люблю тебя. Я люблю тебя, маленькая. Я буду за тебя молиться. Не волнуйся. Скоро увидимся. Не волнуйся. Надо подумать, как вернуться в цитадель.
пес, не поможешь. Спасибо, песик. Давай, пес, встретимся на той стороне гряды. Ого! Ну и высота. Только после тебя. И помоги нам найти выход. Поверить не могу, где мы хотим туда вернуться. Это будет непросто. Ну, пес, что скажешь? Есть мысли? Вот только какой? А если... Пес? Пес, куда ты? Он что, обиделся? А? Пес, что ты? Похоже, у него разболтались винтики. Берегись! Что на тебя нашло, а? Зачем нам этот фургон? Погоди-ка. О, нет. Ты шутишь? Ну, Гордон, если у тебя нет других предложений, он все-таки робот. Он все рассчитал. Точно рассчитал, а? Ага. Беги отсюда как можно скорее. Найди папу. Не бойся, мы скоро вернемся. Ну, я тоже буду скучать. Обо мне не беспокойся. Скоро увидимся. Пес, давай быстрее, пока я не пере... Давай! Осторожнее, держись! Отличный бросок, пес! Иди, песик, уходи! Все будет хорошо, только... Что это? Держись! Давай сойдем, пока его не понесло дальше.
не тронем. Я отключу поле, и мы... Черт, не могу убрать поле. Его что-то... Сталкер. Он удерживает его с той стороны. У нас нет времени искать другой путь. Только как нам тут пройти? Жировые мины. Они помогут нам выбраться. Найди, где заканчивается этот жир. Сингулярность. Нарушение работы автоклава и защитных полей. Исчезли без следа. Нарушение работы автоклав и защитных полей. Thank you.
Что бы это ни было, оно исчезло. Уходим отсюда. Гордон! Тревога. Обнаружено. Что происходит? Оружие. Конфискационное поле включено. Зарядилась, как в реакторе Грина. Тревога. Обнаружена система безопасности. Это как раз на руку. Резонансная сингулярность. Thank you.
сети. Берегись! Осторожнее! Начать диагностику. Еще! Диагностику. Резонансная сингулярность. Резонансная сингулярность. Пришли. Кабина стоит.
стоит на нижнем уровне, где находится ядро. Попробую вызвать ее. Показатели зашкаливают. Надеюсь, еще не поздно переключить поле герметизации. Слава богу, ты знаешь, что делаешь. Ну, вот и лифт. Гордон, я... Как ни жаль, больше я ничем не могу помочь. Возвращайся скорее. Внимание! Опасный уровень радиации. Yeah.
Тревога. Thank you.